Гости уехали, работа продолжается. Губернатор Игорь Орлов подвел предварительные итоги арктического форума и рассказал, какие изменения ждут область в ближайшее время. 2 недели. Такой срок губернатор отводит на подведение окончательных итогов форума. За это время нужно обобщить решения 3000 специалистов со всего мира с 8 ключевых из десятка сопутствующих площадок форума. Их обсудят на уровне правительства страны. Главный итог. Арктика признана глобальным проектом, определяющим развитие всей России. Архангельску в нем отведена роль центра принятия стратегических решений. Это приведет и к появлению рабочих мест, дополнительным инвестициям, созданием новых технологий, раскрытию новых возможностей. Все-таки научный центр Арктики. Как он будет работать в Архангельске, как его насыщать, как потом этот научный центр будет формировать идеологию. На форуме подвели итог 2-летней работы важных для области проектов – магистрали Вилкомур и глубоководного порта. В Поморье сформируют отдельную структуру по развитию Северного морского пути. Развитие инвестиций получат рыболовецкие колхозы. Отдельным пунктом стали северные надбавки. Разрабатывается закон об Арктике и ряд социальных и налоговых решений. На особом контроле – Ягринский мост. Мы сейчас очень в очередной раз там проводим целый набор таких мероприятий, которые актуализируют эту тему этого моста и позволяют говорить о том, что вот мы можем получить доступ к соответствующим финансовым ресурсам. Вот это является сейчас вот для нас сверхважным и первоочередным. Мы хотим получить доступ к финансовым ресурсам уже в этом году? Конечно. Область уже готовится к следующему форуму. Гостиницы построят, Красную пристань сделают портовой зоной. Ключевым моментом подготовки губернатор объявил дороги. До 2018-го разберутся с участками от аэропорта до М8 и между Архангельском и Северодвинском.